очень странная такая маленькая хитрость, если я что-то хочу и чего-то не знаю, я все равно, я пытаюсь человека приподнять на себя, да, то есть, допустим, я прихожу, ну, вот, ну, я не знаю, там, делаю ремонт, мне надо что-то там купить, я в этом не разбираюсь. Я прихожу и говорю, я абсолютно в этом вопросе ноль, вы не могли бы мне помочь? То есть, приподнимая человека над собой, то есть, он людей выложит и сделает буквально все, да, я еду там путешествовать, я также договариваюсь, не могли бы вы, то есть, ты приходишь к человеку, то есть, с открытой душой, ты его поднимаешь, ты делаешь, что он значимый для тебя. И тогда он тебе вообще любую информацию рассказывает, дает, и для тебя получается очень все хорошо. А в том смысле, у тебя нет проблем, это не в бытовых, ты можешь прийти, вот у нас, например, приходит, там можно нахамить официанту, да, и мы прекрасно все понимаем, ты нахамил ему, да, ты прав, у тебя есть деньги, он тебе все сделает, он пойдет и плюнет в твою тарелку, и ты будешь это есть, и ты об этом не узнаешь. Ты лучше скажи ему пару комплиментов, ты ему просто хотя бы улыбнись, и он для тебя лучше сделает. У человека, когда грустное настроение, я куда-то прихожу, а мне надо что-то быстро сделать, и чтобы это было хорошо, я всегда спрашиваю, почему у нас глаза грустные, почему мы не можем улыбнуться? Смотрите, какая у вас шикарная улыбка. Вы располагаете себе человека, и он вам отвечает тем же. Вот для меня очень важно построить контакт с любым человеком. И это вообще создает, ну, вот, комфортную жизнь везде, где бы ты ни находился. Ты улыбаешься, тебе отвечаешь. Ты пытаешься ему поднять настроение, это элементарно, а он исполняет все твои желания. Это так просто. Ты поднимаешь настроение, ты улыбаешься человеку и получаешь взамен такую услугу, которую тебе не окажут ни за какие деньги.